Так, дети, я сейчас вам буду писать задание на доске. Выбирайте, кому какой вариант. Нормально вообще. Елена Сергеевна забрала мой гироскутер. Уже третий урок на нем катается. Настя, успокойся. Может, у нее в детстве не было таких игрушек. Пусть хоть сейчас покатается. Правда, третий урок подряд – это уже слишком. Да не могу я успокоиться. Вдруг она его сломает? Он не рассчитан на взрослых людей. Ага, особенно для училок он не рассчитан. Точно, точно. Это такая исключительная модель. Так, тишина. Я все слышу. Я предупреждала, если будете приносить то, что отвлекает от уроков, буду запирать до конца уроков. Так, Сережа, давай сюда планшет. Елена Сергеевна, я в школу планшет сегодня не брал. Только тетрадки с домашним заданием. Слово рыжего. А знаешь, Сережа, я тебе верю. Да? Рома, отдавай планшет Сереже. Я знаю, что он у тебя. И наушники, пожалуйста. Роман, а откуда у вас мой планшет? Телепортировался, наверное. Присаживайтесь, ребята, присаживайтесь. Рома, блин, зачем ты отдал планшет и наушники? Как мы теперь музыку слушать будем? Что, отобрали планшет и наушники? Бедненькие. Так вам и надо. Так, не отвлекаемся, все внимательно пишем контрольную работу. Не буду вам мешать. Что делать? Скорую! Срочно! Конечно, интересно, контрольная у нас получилась. Училка упала из-за наушников. Не надо было ей давать наушники, это все из-за них. Эй, а при чем тут наушники? Вообще-то она с гироскутера упала, а он Настин. Сядь на стол. Рома, хватит оправдываться. Училка упала из-за наушников, все решили. Подождите. Рома, если ты виноват, так и признавай, что ты виноват. Ну, конечно, если что, сразу мальчики виноваты. А вы что, всегда правы, да? Да. А вы что, не знали, что девочки всегда правы?
Что за вопросы? А с чего вы решили, что вы всегда правы? Как это чего? Потому что мы девочки! Да, Рома, ты нас разочаровала. Рыжий, а ты куда? Настя, я, кажется, вспомнила, что я сегодня дежурная. Вот и отлично. Рыжий, иди убирай, Рома ему помогай. Вот и посмотрим, как ты исправишься. Настя, а какие у нас хорошие новости? А хорошая новость в том, что контрольную нам писать не надо. Делаем, что хотим. Вас это не касается. Провинились? Работайте. И на нас можете даже не смотреть. Рыжий, так а в чем мы провинились? Объясни, я понять вообще не могу. Рома, да не парься ты, мы сейчас быстро класс поубираем и пойдем домой играть в приставку. Домашки же никто ничего не задавал. Точно! Рыжий, это же целый класс! Это сколько времени нужно потратить, чтобы его убрать? И как мы это быстро сделаем? Рома, спокуха, смотри и учись. Рыжий, ну ты крутой! Эта затея что-то мне не очень нравится. Рыжий, а ты вообще этим пользовался когда-нибудь? Конечно, смотри. Блин, утром же проверял, работало все. Понятно. Вот блин. Рыжий, а ты ничего не забыл? Может, это надо в розетку включить? Блин, Рома, у тебя же шнур, бери и включай. Точно. Ох, работнички. Сейчас они нам тут так напылесосят. Спокойно, девчонки. Если за дело берутся пацаны, то все будет четко. Вот этого я и опасаюсь. Ну что, Рома, включай.